Всем привет! Меня зовут Ритмс, и сегодня и это самое первое видео в моем жизни. И сегодня мы будем открывать вот такую вот коробку. И вот вы уже видите, тут вот такие вот динозаврики нарисованные. А получается, сейчас тут нам попадется какой-то приз. А поэтому сейчас мы будем его открывать. Теперь мы будем открывать его. Так, открываем это. Так, открываем. Теперь надо открыть вот это. Опа, оп. И вот наша лопатка. Все, выбрали. Теперь надо убрать вот эту вот. Так. И смотрите, у нас вот такая вот лопатка, естественно, сначала попалась. И с ним мы будем раскапывать вот такой вот песок черный. И сейчас мы это и сделаем. Так, открываем. Так, надо открыть все стороны. Так, вот и у нас начинается. И у нас какой динозаврик выпал, я не знаю, но у нас что-то там есть. Так, все, у нас вот такая вот есть часть. И вот такая часть. Сложить вот так. Мне кажется, только вот его поставить. Ну ладно. Потом посмотрю. Мне кажется, что сначала вот надо вот эту вот кость. Так. Вот эта костяшка. А, да, вот это сначала надо поставить. Вот. Голова у нас. Вот у нас эта голова. Так. Так, доктор. Теперь вот эту сторону просто поставим. Вот так. Теперь это просто вот так поставить. Так, у нас вот эту сторону поставилась. Вот так. Вот так. Готово. Сейчас мы тут поставим его хвост. Так. Вот. Ставим. Ну, теперь. У нас вот такой вот динозаврик у нас получился. Сейчас я посмотрю, что в этом вот странном, вот в этом стране. Но у нас вот здесь была вот такая вот штучка. И я хочу посмотреть. И вот такая у нас штучка вот странная попалась тут. Но сейчас мы посмотрим, что в этом странном коробке находится. Что находится в этом странном коробке. Потому что тут вообще-то не очень понятно. Но нам тут понадобится какая-то вещь, но я не знаю, какая, чтобы открыть пластик, потому что я не знаю, как открыть пластик, а тут она такая сильненькая. Но там, мне кажется, что-то нас ждет. Посмотрите, какой прикольненький тот песочек замахается. Так. Ладно, вот так вот покупать можно. Этой лопаткой. Ну, мы ее не используем. Вот так вот стоит наш динозаврик. Вот. И теперь мы должны посмотреть, что находится вот в этом коробке. Я уже тут ничего не вижу. Похоже, ничего. Так, ну, ничего нет, просто лопатка стояла. Ну ладно, вот такой вот динозаврик у нас сегодня попался. И ему челюсть движется или нет? Нет, не движется. Но это все равно просто динозаврик. Но а теперь всем пока.